Салют всем, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это реакция на новый альбом от Жака Энтони Winter Sadness. По названию уже можно, в принципе, понять, что это у него зимняя тоска, депрессия, в общем, грустит у нас Жак, давайте-ка вместе с ним попробуем погрустить. Я не очень люблю такие песни, я имею в виду грустные. Но, может, здесь что-то интересное, хотя, мне кажется, вся пластинка будет напоминать какого-нибудь Экса, Лил Пипа, там, я не знаю, отчасти Трэвиса Скотта. Ну, вот, не знаю, давайте заценим, в общем. Ли Томпкинс. Мне очень нравится, как он все это пропевает. Бит неплох. Ну, норм. Зорро. И тут все треки коротенькие. Около 2 минут. Ну, хочется отметить, что Жак, он продуктивный. Представил столько пластинок уже за последнее время. Что стало с рэперами, а? Пол Энджел. Ну вот пока более-менее терпимый еще такой трек. Так, Sadness мы, по-моему, заценили. А, но это не попало в прослушку, поэтому, ну я так скажу. В принципе, неплохой трек. Даже, знаете, наверное, пока вот Sadness самый норм из всех представленных. Из тех, которые я послушал, еще 2 трека у нас впереди. Man Don't Cry. Неплохо. Так, ну это пока больше всех мне понравилось. Лилия. Так, интересное начало. Хоть бы ничего не испортил. Короче, вот последние 2 трека самые сильные, наверное. Я, ну вот лично для меня топ, я выстрою так, Лилия, Man Don't Cry, Sadness, Palm Angel, Zorro, ну наоборот, короче. Вот, ну в принципе неплохая работа, но как-то мне кажется проходная, такая, ну не особо, в общем, зацепила. Как вам? Пишите в комментариях, может я что-то недопонял, не вкурил. Пишите, в общем, в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Всем пока. Check it out.